сезон продолжается, как говорится, цыплят по осени считают, а мы по весне. То есть делаем выводы, смотрим, проводим анализ, как мы прошли весь этот путь, скажу, нелегкий, но там уже будем смотреть. Смотреть придется прежде всего на деньги. Вернее, даже не смотреть, а искать. Суперлига – дело дорогое. Год на высшей хоккейной ступени будет стоить команде около 70 миллионов рублей. Без помощи спонсоров не обойтись, а они в последние годы такими бюджетами команду не баловали. В любом случае, до конца сезона решения не будет. Впереди у наших хоккеистов еще 6 матчей, а затем финал.